И всем привет, меня зовут Богдан Кот, и это вторая часть Poppy Playtime Тайкона. Да, сегодня Хаги на месте нашего бобрика Лайка. Всем привет. Потому что то Валерка болеет, то Лайк болеет. Угу. Валерка, кстати, еще не выздоровел. Давайте поставим все срочно лайки, чтобы обязательно они выздоровели. Ну что, давайте не будем медлить и начинаем. Так, я расскажу, что мы сделали в прошлой серии. Мы наняли двух работников. Один вот здесь, вот Попкэт. А второй вот здесь, вот. Это девушка. В магазине игрушек. Игрушек. Угу. И еще мы сделали вот эту комнату, где должен был Гроппак быть. Но здесь вот такие вот коробки с Хаги падают. Да. Так, давайте заберем кэш. Кстати говоря, о кэше. Я его накопил много. Много. Так. Мы еще построили вон там вот что-то. Много. Мы поставили стенд для Хаги. Вот такую вот дверь. И вот, ну, телепорт и перила. Ой, рельсы. Ну, конвейеры. Ну что, давайте погнали. Так, сначала я хочу построить Хаги-Ваги. Но почему-то он был написан обнимашка, потому что Хаги, это переводится как Хаги обнимашка. Да. Ну что, давайте... Башня появилась. Тигеть. Еще заканчиваем. Это же логотип Poppy Playtime. Так, давайте тогда начнем электричество. Потолок. Да, это стены и потолок из электричества в Poppy Playtime. Интересно, тут вторая глава будет. А еще тут есть перерождение, так что по этому тайкуну можно делать бесконечные серии. А также я вам в прошлом ролике не сказал, но хочу сказать в этом ролике огромное спасибо за 23 подписчика. Огромное просто спасибо. Так, я уже тут напокупал всего то, что можно. Так, мы еще здесь не все докупили. Дейкер! Так это же третья глава. Хотя нет, третья глава это Плейкейр. А вот Дейкейр это из ФНАФ. Мы что-то перепутали. Кстати, тем временем у меня уже деньги закончились, блин. Кстати, я разобрался, как выключать эти лазеры. Вот на зелененькую кнопочку нажимаем, и они выключаются. Ага. Так, у нас есть 15 тысяч кэша наличных. Так что покупаем стену. Тут двери. Тут двери нету. Специальная комната. Хаги-то у нас прозрачный, но меня больше всего умиляет его вот такая вот шерсть, об него можно потереться вот так вот. Кстати, я не пробовала так с моим Хаги. Не надо. Ладно, не буду. На самом деле я за кадром потерусь об него, что ли. Так. Делаем. Что мы купили? Я не знаю. А, пол. Чё он такой длинный, этот пол? Угу, ладно. Ой-ой-ой. Тут огромные, просто огромнейшие цены. Но у нас зарабатываются деньги с конвейеров и с моих сотрудников. Этим придумаем имена. Ну вот этому вот Попкэту не надо, потому что он Попкэт.
А давайте придумаем имя девушки в магазине игрушек. Ребят, придумывайте и потом пишите в комментах, если они будут открыты, как с моим шортсом на самолет. Да. Кстати, из-за этого шорта у меня полетел весь актив. Офигеть, я даже запинаюсь. Вот. Так, здесь, короче, я помню, здесь трубы вот эти вот выпускали белый газ. Ну, Хаги это точно все знает. Да, я там был, еще там моя рука протягивалась. Угу. Я помню. Кстати, первой главы обновления совсем нету, а вот второй есть. Так. Покупаем. Нифига себе тут аппарат. Тут вообще-то нужно было батарейки вставлять. Вентилятор за 12 тысяч. Так это же так стоит, Хаги-Ваги. Пипец. Так, ладно. Мои крылья проходят насквозь. Да, кстати, кто не заметил, у меня крылья уже давно. Самые незаметливые ставлю вам. Ну, тоже респект, потому что я всем своим подписчикам и зрителям... Хотя зрителям я не ставлю... Я ставлю дизреспект своим зрителям, просто зрителям. А вот подписчикам я ставлю огромный респект. Так, давайте тогда купим что-то. Полки покупаем. Они вообще-то в настоящем Playtime были как? Побольше. А, ну я понял, почему они маленькие. Тут потолки вот где. Дропперы, конвейер, сейл, вип. Снова вип, короче. Трубы покупаем. Рельсы не покупаем, потому что на них мне не хватило. Я хочу эти рельсы купить. Что это такое? А, точно, это рельсы, под которым там спускалась красная рука. Богдан, позор, позор, ты не знаешь первой главы, хоть она и вышла 100 лет назад. Так, ладно, ладно, ладно. Погнали, погнали, погнали. И пока я бегу, вы можете, в принципе, поставить лайк и подписаться на канал. У вас есть очень мало времени. Давайте. Раз, два. Ну, давайте, давайте. И три. Нифига себе. Я не думал, что это такой вентилятор будет. И, кстати, мне снова денег не хватает. Ну, что ж такое? Ладно. Побежали. Кто не успел, у вас есть еще время. Ну, кто не успел поставить лайк и подписаться, давайте, 3 секунды. Раз, два, ну, давайте, 3. Почему мне всегда денег не хватает? И я вот так вот... Я, наверное, всю серию буду вот так вот бегать. Но сегодня мы уже отстроили нормально так. А что я здесь забыл? Так. Угу. Что я купил? Спрашивается. А, там вот стены. Ладно. Снова бежать. Да, да что ж такое? У вас снова... Ой. У вас снова есть время, чтобы подписаться и поставить лайк. Ну, давайте. Раз. Два. Три. Ну, давайте, давайте. Я вам дам 5 секунд. 4. И давайте. Все, точно поставили. 5. Молодцы. Вот сейчас вот я прям вижу, что вы поставили лайк и подписались на канал. Так, ну зачем я туда снова поднимаюсь? Так, стены, окна, коробки. Самое главное это коробки. Окна. Угу. Коробки можно таскать? Нет. Угу. Вот так вот. Пум-пум, бежим, бежим.
Ребят, кто за, чтобы рядом с Хаги-Ваги там собирались деньги? Я вот за. Чтобы не бегать туда-обратно, блин. Так, покупаем конвейер. У меня сразу же все деньги пропали. А куда вот это вот ведет? А почему кран вот здесь? Он... А, точно. Сначала же пока нету красной руки, он здесь. Господи, я не знаю, Poppy Playtime, первую часть. Ну, потому что я уже на второй части повис. На второй, это глава называется, да. На второй главе. Кстати, кто за, могу пройти Poppy Playtime. Нет, не могу, потому что не знаю, как ее скачать, господи. Я не такой уж и геймер. Руки мокрые. Он у вас. Ну, просто, знаете, устал строить все, весь этот завод. Мне кажется, пока я сюда добегу, должно уже накопиться 100 миллиардов тысяч. Так, покупаем стенки. Угу. Угу. Больше нам ни на чего не хватает. Что здесь-то? Там был какой-то невидимый куб. Я его точно видел. А, невидимый куб. Во! Что это такое? Ладно. Погнали. Соберем деньги и закончим, может быть. Да, самое время, чтобы заканчивать. Давайте закончим этот видеоролик на фоне нашего Хаги-Ваги, который стоит. Что, ребят, наверное, я буду прощаться с вами. Всем пока. Пока.